Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Так, давай-ка мы с тобой начнем, наверное, активацию. Кубок претендентов, 3 этапа. Ну что, поехали. Будем зарабатывать дальше первые места, надеюсь на это. Так, Серега, там еще кто-то против нас. Мы одни... О, там кто-то на танке даже. Танкуша, спокойно. Ты смотри, а? Ты смотри! Изи. Ух, я уже был очканул, ребят, думал, сейчас разобьемся. Но все нормуль. Все как в аптечке. Я бы ни за что не подумал, что танк может так гонять. Кто же это такой? Кто на танке там, а? ХКР. Кто ты? Слушай, нас тут дофига россиян. Аж целых 3 человек. Нифига. Пока там смотрел, кто лучше, кто хуже. Ну давай, ты ядрен, матрен. Кто это у нас тут первый, я не помню, Петос какой-то. Петос, ну-ка иди-ка отсюда и погуляй. Первый, ези. Фух, я же говорил, Петос. Пипетос, лезет он, куда ему не три, куда ему не положено. Так, я вроде неплохо бустанулся. Оу, да, друзья мои, есть вот это вот, блин, большущая, огромная проблема у меня почему-то, когда мы делаем вот этот вот неудачный, так сказать, прыжок, мы начинаем... Серега, отвали нафиг, а? Смотри, не уступает. Вторым, но, тем не менее, ребята, все равно я приехал первым. Ну, как бы я приехал вторым, но первое место я занял. Так, я могу это открыть сразу же, да? Так, что нам здесь выпадет? Магнит, ускоритель фляг и 2250 монет. Ну что, поехали дальше. Кубок аллигатора. Давай глянем, что это. Ох ты, зря. Вот пока мы там летаем, правильно, нас вот на этой баге как раз-то и обгоняют. Да что там, блин, какие-то банки консервные, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. На какой-то машине меня обогнали. Я, кажется, знаю, что это за машина. Это самая последняя тачка, которая дается в игре. Блин, может быть, действительно нам с тобой убрать вот это вот крылья эти? Да поставить какое-нибудь ускорение. Ну, друзья мои, что скажете? Ух! Твою дивизию, ну это же надо было. Какого-то плешивого крокодила врезался. Не знаю, надо убрать, наверное. Или вот эту вот турбину убрать, которая по большому-то счету нам ничего и не дает. Будем честны. Вон, финиш. Тот начал там кренделя свои наяривать. Так, я вторым приехал. Вторым, друзья, приехал. Столичный кубок у нас с вами. Так, дай-ка я все-таки, наверное, поменяю. Не могу. Не нравится мне наш расклад. Нет, быстрый переворот в воздухе я не хочу. Силовое скрытие при малом количестве топлива. Так, после успешных... Да это успешный переворот, это все не то. Малое количество топлива, но я думаю, что это тоже, ребята, нам не особо... Давай вот так, наверное, сделаем. Кстати, мы можем с тобой бесплатно кое-что улучшить. А это у нас силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. Я же вот это убрал. С какого перепуга оно опять тут встало? Ладно, попробуем. Опять столичный кубок. Фига там. Смотри, на ролике. Не только я тут еду. Томпа какой-то еще ко мне тут. Ну, не ко мне, я имею в виду.
вместе с нами. Так, крышу нам сорвало. И первые. Крышу нам сорвало. Ну, я имею в виду не нам, а машине крышу сорвало. Нам еще пока рано срывать ее. Смотри-ка, как идеально проехали, а? Все вниз, а мы с тобой вот так вот самые... Так давай, раз заехали уже. В скорости, друзья мои, потерял. Да, была моя большущая ошибка. Сделал там кое-что не так. Видишь, я сбросил газ, когда мы... Я думал, вниз придется спускаться, все-таки спрыгивать. Но нет, надо было дальше на газ сжать, все было бы отлично. Чего я пужанулся, не знаю. Смотри, какие тут тачки. Тут одни скоростные машины, ё-моё, ребят. Тут и донатер, я смотрю. Вон он. Ниндзю-то он получил 100% на донате, наверное, да? И приехал я каким? Вторым? Ну, нормально. И по итогу первым. Фьюх. Жарко, конечно, тут ничего не поспоришь. Бойня еще так. Песочек у нас какой-то там. Пляж, как всегда, ребят, как всегда пляж. Блин, эти домики. Да, именно они. Опять ролейка лезет, да что ты будешь делать, а? Какая-то гага, блин. Ну что, мы не едем-то, я просто... Да. Ну, опять же хочу сказать, друзья мои. А, он еще видел, что взял там, турбину. Он взял турбину. Он, в принципе, за счет нее-то, наверное, и... Упс. Ты видел, что, как он вылетает? Пока я там копошусь, хоть бы у него бензин кончился. Да как она должна у него тратиться уже моментально, блин? Он все равно газует каким-то образом, блин. Не пойму, каким. Давай, пролетаем это все. Отлично. Фью. Это было, конечно, что-то с чем-то, друзья. Что-то с чем-то. Опять нас тут Жошучан какой-то там. Ай-яй-яй-яй-яй. Естественно, они там на скорости, а я... То-то и оно, друзья мои. Вот так вот. Вот и все. Лапошил всех. Классно. Так, ну что, друзья мои, проезжаем еще немножечко. Зимний кубок. Желтый снег. Никому не советую, ребята, кушать желтый снег. Попомните мои слова. Я надеюсь, все поняли прикол, да? Ай, желтый снег. Серый лед. Давай, родной рейчик. Жми, родной мой. Я знаю, что ты могешь. Куда это мы полетели? Все, шик и блеск. Фу. Так, ну на этом еще не конец. Мы продолжаем. Почему моя ролейка так стартует, а? Ого! Полетели! Пока кто-то там кульбиты наяривает, мы с тобой... Просто летим, наслаждаемся воздухом. Так. Самый оптимал, да? И пришли с тобой на финиш. Фу. Так, ледяная гонка. Ну что, давай попробуем еще одну с тобой гоночку выиграть здесь. И будет все шоколадно. Давай, запрыгивай, молодец, красавчик. Так, ребят, какая-то там драндулетка меня хочет обогнать. И не только она.
Опачки, не тут-то было. Красавчик, Рейчик, молодец. Умница, да? Несмотря на то, что у тебя осьминог на голове, мы с тобой их сделали. Да ладно, мы еще не получили, да? День гонок. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут за день гонок. Отказали тормоза, называется. Габриэль. Едем, 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 едем. Так. Хороший затяжной прыжок, отлично. И первые. Да, первыми приехали. Двигаемся дальше. Я тебе скажу, такая трасса прикольная довольно была. Ровненькая почти. Да что такое, опять там комок в горле какой-то, не могу никак прокашляться. Да, друзья мои, еще до сих пор не вызрел полностью, поэтому не бессудьте. Голос начинает пропадать. Так, давай летим. Летим, 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 летим. Нет, еще не финиш, а вот он. Красиво. Я считаю, что это было красиво. Все конкуренты практически позади были. Там какой-то чувак на мотороллере даже, видел? Был. Окей. Мне или кажется, или какое-то поддергивание маленькое такое идет. Наверное, кажется, да? Экрана. Ну, этот раз вообще идеально с тобой проехали. Просто идеально. 9 очков заработал. Так, ну что, ребята, мы с вами зарабатываем кучу наград. Давай посмотрим, что у нас тут. Ох, ускоритель. Так, смотри-ка, новое лицо. 5500, колесный, так, монетный. Итого 41 монета. 41 тысяча, естественно. Ну что, давай попробуем с тобой доехать. Зима на носу, гонка. Зима на носу. Такой легкий-легкий намек, да? Вот тебе легкий намек. Житомир меня уже сделал. Упс. Самые умные перелетели. А нет, смотри-ка. Есть еще умнее ребятульки. Я еду как могу, ребят, как могу гоню. Перелетает эту трихомудию. Я просто... Только не сбрасывай скорость, пожалуйста. А, тут еще и одна гонка, к тому же, длинная, да? Я понял. Давай, 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 родной. Фью. Вылетаем. Какой... Фью. Это хорошо, что здесь финиш уже бензин допиликал. А еще сзади там едет. Но мы-то первые. Ага. Так. Блин, кубок Сумрачной долины. Друзья мои, ну это... Мне не нравится вот эта вот Сумрачная долина. Я всегда здесь проигрываю. Проигрываю по глупости какой-то, как всегда. Возможно, сейчас то же самое будет. Это что там за... Ой. А что это он там летит-то, я не знаю, как, я не знаю, сумасшедший какой-то. Как будто он включал какую-то, знаешь, турбину. Она его... Она его разгоняла в этот момент. Тихо. Зашибись, они тут придумали. Ну давай тогда поверху поехали, чё. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. Какой-то бред. Поехал поверху, там, ну, ребят, там безвыходное было. Для меня положение.
Если бы я не перевернулся, возможно бы, да, все было бы отлично, но... Да куда ты-то... Рэй, хорош, давай, завязывай, да? Проедем хоть одну гонку нормально с тобой, а? Не убейся, не разбейся, блин. Еще музыка-то сумрачная такая. Е, ну вот, совсем другое дело. И на каком же месте? Ну, наверное... На втором... А, на первом! Ну, чего-чего, я не ожидал. Опять, друзья мои, пляжный кубок. Опять у нас пляжный кубок. Ой, давай. Ну, естественно, баги, ребят. Ну, кто бы сомневался, что еще бы, если бы баги здесь не первое место бы занимало, я был бы удивлен бы. Фига себе! Ты кто такой, дядя? Откуда взялся? Сумасшедший какой-то, просто вырвался, ребят. Обогнал где-то в прыжке. Ладно, ничего страшного. Блин, опять у меня голос начинает садиться. Сколько уже, блин, уже вторая неделя, наверное, ребят, болезнь эта не отступает. Она как бы ушла, температура, все, но вот... Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Слушай, может быть, нам с тобой попробовать, знаешь, что взять? Роличку. Не соскучился по ролике, а? Мне кажется, что здесь бы она бы просто бы всех порвала бы. Ладно, сейчас посмотрим. Один там перевернулся уже. Допрыгался. Икар. Вот этот я не могу понять, как он... Опа! Оп! И в дамки. Нормально. Так, второе место. Проехали. Так, темные дороги. Ну что, попробуем ролику взять. Кстати, мы ее не прокачали. Ай-яй-яй. Ладно. Че, давай посмотрим. Паршивый как-то старт был, если честно. Ну вот, 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 ребят, начинаются вот эти вот прыжки, про которые я вам говорил. Из-за которых мы, в принципе, и проигрываем. Но, тем не менее, здесь я взял первое место. Отлично. Супер дизель лучше всех. Вот сейчас был хороший старт, очень хороший, ребят. Но вот из-за этого всего... Нет, ей противопоказано. Противопоказано вот такие вот прыжки в высоту делать. Вот вдаль, вдаль, да. Давай, первая! Есть! Джен там какой-то меня уже догонял. Нормально. Ой! Фига, мне повезло. Ну что, едь тогда раз. Дядя, вали нафиг. Вот так-то. Я же говорю, супер дизель лучше всех. И не надо выпендриваться. Шик и блеск, друзья мои. Так, восхитительные диверсии. Ну, здесь, наверное, на диверсиях нам надо брать ролейку, скорее всего. О, блин, это же этот парк аттракционов, как я его называю. Сложная трасса. Главное, не перевернулся, не разбился. Точнее, мост разрушился. Мост разрушился. И надо подпрыгивать. Фух, нормально. Заехал. Трындец просто трасса, да, друзья? Но приехали мы первыми. Трасса, конечно, полностью тут, я не знаю, сюрприз на сюрпризе, сюрпризом погоняет.
давай-давай-давай-давай, так делаем. Опа. Вниз. Блин, тут еще какое-то мороженое поставил сюда, а? Ты посмотри. Тихо, родной, тихо-тихо-тихо. Ой, так и думал, ребята, что получится. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот из-за этого нам первое место и не видать. Да, именно из-за того, что он свернул себе шею. Не понял, что, Турция впереди, что ли? Да быть такого не может. Пускай он там поверху шуршит. Мы с тобой вот так вот возьмем первое место. Фух. И по итогу, что у нас получается? Первый я, друзья мои, я первый. Эть, еще гонка, кубок по скоростному спуску. Уже у нас был такой спуск. Давай посмотрим, повторяется он или нет. Фига себе, скоростной спуск. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну первый нам все равно кто-то другой едет, да? Да, там какой-то брух. Я не знаю, каким макаром он там запрыгнул, но он запрыгнул наверх. А мы все, как ты видел, пошли вниз. И все на скоростных тачках, прикинь, все абсолютно. Там от ролеек до максимальных этих. Почему-то все перепрыгнули, один я там все эти пересчитал. Хе-хе, кто-то вниз полетел. Так, и опять я второй. Походу я и приеду вторым, да? Ну, не вторым приеду, а вторым займу, второе место займу, короче. Если срочно что-то не поменяется. Так, если мы сейчас с тобой здесь потеряем крышу, с одной стороны это будет хорошо, потому что мы ускоримся, а с другой мы останемся без защиты. Но тут у нас первое место, так что извините, разбежались все прочь. Классно, конечно, классно. Да, друзья мои, мы новый костюм водителя драматург. Слушай, а вот это что такое? А, это... Чего? Трассобила? Опа! Друзья мои, у нас тут чемпион. Ну что, посмотрим? Ох ты, тут еще и три гонки. Горячий асфальт. На чем он едет-то там? Так. Нифига ты, парень, ускорился. Да ну. Есть. Там он хорошо, конечно, начал. Да я, ребят, не спорю. Может быть, нам здесь тоже нужно будет взять ускоритель. Скорее всего. Ну, посмотрим. У меня крыши нет, нету, поэтому я должен сейчас гнать как... А, сумасшедший, ё-моё. И я так сделал, ребята, все, все, пускай пыль глотает от моих колес. Скоростная полоса. Не расслабляемся, друзья мои, еще гонка целая. Так что... Билл, отвали нафиг, а? Он не отстает от меня. Да посмотри, он не то что не отстает, он еще и нагоняет. Да где там этот финиш? Вот он, есть! Прям по пятам, а ты посмотри на него. Ой, ребята, не давал мне спуску, вот сиди. Да, друзья мои? Опа!
Ты понял? Понял, как рычаг делает? Вот так вот. 10 тысяч кубков, ребята. Фух. Да, было, конечно, классно. Было, конечно, классно. Так. Всем привет, ребятушки. Рейдер, конечно, интересный факт. На арене Рикошмык, молодострелка и молодой прыгун, его детеныши. Что-то не дописал. Дневной фурии. Они как причины. Так, советую. Да мне 9000 надо на всем другое. Я сейчас проехал в лесу. Командный сундук. Но у нас скоро уже будет заработан командный сундук. Это нормально. Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!